25 миллионов рублей получит Саров на реализацию одного из проектов, за который проголосует большинство жителей города. Голосование проходит на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области». Выбрать предлагают из 4 проектов. Подробнее о них представители администрации рассказали заинтересованным депутатам на совещании в Думе. Первый проект «Зато Саров яркий» – это реализация программы праздничного украшения города. Сквер на проспекте Мира, это светодинамические фонтаны, это площадь Комсомольская, консоль световая, это улица Бессарабенко, тоже консоль, проспект Ленина, консоль, по улице Академика Харитона, это декоративная подсветка деревьев прожектором с креплением к существующим опорам освещения. Оборудовать световыми элементами предлагают территории музыкальной и художественной школ, сквер напротив, улицу Силкина возле кинотеатра. Второй проект – современные площадки в каждый детский сад. Он предусматривает замену существующего покрытия уличных физкультурных площадок и установку нового оборудования на них. В случае победы этого проекта будут оснащены все детские сады, кроме 8 и 44, поскольку такое оборудование там уже есть. Мы что тут подразумеваем? Приобретение чего? Приобретение скамеек, лабиринтов, кубик там вот, ну, кубиков и по 19, и по 18 штук, стенка для метания 62 штуки, лаз какие-то, ручеек 14, балансир утенок 92 штуки, ворота футбольные у них. Третий проект – городское лето в парке. Это покупка и установка 3 аттракционов в парке имени Зернова. Также отдать свой голос можно за «Зато Саров доступный». Тогда 25 миллионов пойдут на приобретение 5 современных автобусов, оборудованных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдать свой голос можно до 15 сентября. Для тех, кто не может выбрать проект через интернет, предусмотрено голосование в многофункциональном центре. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».